Я занимаюсь организацией системы сбыта на базе готовой сети эко-магазинов компании Coral Club с возможностью доставки продукты в 189 стран мира. Делаю это как в интернете, так и на земле. Я даю готовую бизнес-систему и помогаю создать поток клиентов. И я ищу людей, которым эта тема интересна. Давай я тебе сейчас расскажу суть предложения, покажу твои выгоды. Если в конце разговора эта тема тебе будет интересна, то мы продолжим разговор. Если нет, то закроем эту тему. Как тебе такой вариант? Хорошо. Я пришла в этот бизнес за финансовой свободой. Я хочу реальный пассивный доход, хочу выстроить структуру, которая будет кормить меня всю оставшуюся жизнь. И это абсолютно реально, потому что мы будем говорить о потреблении продукта. Сейчас ты это поймешь. Итак, мы занимаемся темой воды и темой здорового питания, как его еще называют, правильное питание. И если я сейчас спрошу любого человека, будет ли эта тема актуальна через 10, 20, 30 лет, я всегда получу ответ «да». Это самое важное, одна из самых-самых важных тем. Что это значит? Представь, что у тебя есть возможность за 45 рублей в день или за 1300 рублей в месяц пить воду уровня лучших курортов мира. То есть абсолютно за копейки, не выезжая никуда, пить лучшую воду, лучшую родниковую живую воду. Эта вода улучшает состояние организма, ощелачивает его. Человек, который начинает пить эту воду, начинает высыпаться, легко восстанавливается после физических нагрузок, появляется энергия, налаживается работа всех органов тела, улучшается дефекация, очищается урина, начинается полное оздоровление всего организма. Человек на 80% состоит из воды. Это доказанный научный факт. Поэтому вода нам просто необходима. Это не роскошь, это просто для того, чтобы нормально жить. Вода – это наше настоящее, наше будущее. Вода – это все. Причем в любой точке мира, где бы я ни находилась, есть люди, которые хотят пить хорошую воду, хотят быть здоровыми, хотят быть красивыми, молодыми, стройными, успешными. Когда я поняла, насколько глобально и перспективна эта тема, то я приняла решение в ней детально разобраться и стать профессионалом для того, чтобы доносить до людей эту информацию, тем самым создавая растущие товарообороты. В чем я еще разобралась? Я взяла мировой рынок, вот давай такой глобус нарисуем, и поделила его на три сегмента. Первый сегмент – это от 0 до 15 лет. Второй сегмент от 15 до 50 и третий сегмент от 50 до 100 лет. Также я еще разделила его на две категории, это мужчины и женщины. Вот у нас получилось 6 сегментов. Скажи, пожалуйста, кому из 6 сегментов важно здоровье, важна вода, важно питание? Кому? Правильно, всем. То есть все люди на Земле заинтересованы именно в этом. А на Земле нас уже больше 8 миллиардов. И это получается вот как раз все вот это именно мой рынок сбыта. Это все мои потенциальные клиенты. То есть весь рынок, весь мир – это мой потенциальный рынок. И моя задача на этом рынке – создать свой бизнес. Именно поэтому я сейчас ищу себе партнеров для масштабирования бизнеса. Что происходит на данный момент в мире? 70% людей не верят в официальную медицину. Они понимают, что лечение и здоровье – это две параллельные прямые. Это совершенно разное, это не пересекается. 20% людей в мире на данный момент, они еще живут старыми парадигмами, они верят в врачей, в лекарства, пытаются как-то лечиться, годами ходят по больницам, сидят каждый день на лекарствах и на другой химии. 10% людей
Это сами врачи, которые не знают, что делать с этими болячками. Вот как известный доктор Синельников, он написал, что он понял, что медицина вообще ничего не лечит, что они не знают, как это лечить. Так вот, именно вот эти 70% людей, они готовы тратить свои деньги на нетрадиционные способы, чтобы не развалиться, чтобы не болеть, чтобы встретить достойную старость и жить полноценной жизнью. Сегодня они вкладывают свои деньги в фитнес, в йога-центры, в массажи, салоны, в экологически чистое питание, эко-магазины. То есть в биопродукты, в здоровое питание. И это сегодня уже не дань моде, это уже научно доказанный подход, это уже тренд, это уже стиль жизни. То есть вот это рынок wellness. Есть очень известный экономист Пол Зейн Пильзнер, который еще в 2000 году написал книгу «Следующий триллион». И именно в этой книге он предсказал, что следующий триллион на рынок Америки принесет именно индустрия wellness. Вот именно то, что я перечислила. И сейчас это все конкретно доказывается и подтверждается. Все это входит в индустрию wellness. И если вернуться до 2000 года и посмотреть назад, то когда-то у нас вообще не было хороших спортзалов, не было фитнесов, были какие-то подпольные качалки, воду не продавали в магазинах, кто где там мог, так и набирал из-под кранов. Сейчас уже трудно найти человека, который пьет из-под крана воду, ну разве что с каким-то уникальным фильтром, который ставят все. Кстати, фильтры тоже относятся к индустрии wellness. И сейчас уже пошли салоны омолаживающие, пластическая хирургия, какие-то уникальные крема, пищевые добавки. Все для того, чтобы люди были красивыми, молодыми, стильными. То есть неважно, сколько вам лет, но это актуально для всех. Все сидят на здоровом питании, все думают, что купить. Сейчас уже, посмотрите, в ресторанах запретили курить. Уже не модно курить, не модно пить, кто-то бегает, кто-то занимается йогой, кто-то духовным развитием, кто-то аюрведы, разными видами здорового питания. Но все понимают, что надо именно правильно себя кормить и поить. И это самое главное. Итак, что мы имеем? У нас есть тема воды, вот как я уже сказала, что очень важно. У нас есть тема правильного питания. Здоровое питание – это значит правильное питание. И у нас есть самое главное, у нас есть концепция здоровья, которая как раз и объединяет вот это все. Что такое концепция здоровья? Концепция здоровья – это очень просто. Это пошаговая инструкция, которая помогает ухаживать за своим организмом. Во всем мире комплексный подход всегда ценился намного больше и выше и дает результат намного быстрее и эффективнее, чем прием отдельных каких-то баночек, когда ты попил то, попил все, а в итоге тебе ничего не помогло. Именно за концепцию здоровья, комплексный подход, люди готовы платить деньги. Если коротко, в трех словах, в чем заключается концепция здоровья? Аквариум видели или, может быть, когда-то имели? Я думаю, все знают, что такое аквариум. И для чего аквариум? Для того, чтобы в нем жили рыбки, правда? Маленькие рыбки, которые живут, радуют глаз. Что нужно для того, чтобы рыбки в аквариуме были здоровыми, жили долго и радовали тебя? Нужна вода. Хорошая вода, которая подходит рыбкам, которая позволяет им быть там здоровыми, счастливыми, довольными. Потом, что нам надо? Нам надо периодически чистить аквариум, потому что рыбки
у них есть продукт жизнедеятельности, они загрязняют аквариум, и его нам надо периодически чистить. Что еще надо? Еще нам нужен специальный корм для рыбок. Вот так нарисуем корм, чтобы рыбки его могли кушать, расти, быть здоровыми, сытыми и также по-прежнему радовать наши глаза. Так вот, просто возьмем по аналогу аквариум. Человек, то есть мы с вами, на 80% состоим из воды. 80% – это научно доказанный факт. То есть мы с вами, получается, вот такие большие ходячие аквариумы. А наши клеточки – это вот как эти рыбки в аквариуме. Они плавают во всей этой воде. И нам также абсолютно необходимо, что нам необходима здоровая вода, которая нам подходит, нам необходимо питание для клеток, и нам необходима очистка, потому что наши клеточки тоже живут, и у них есть тоже продукт жизнедеятельности, который надо очищать и выводить из организма. На самом деле, когда мы не выполняем вот эти три основных причины, вода, очистка, питание, это и служит основой для 99% всех диагнозов. Вы только представьте себе. Просто выполняя три простых условия, мы можем избавиться от 99% всех диагнозов. Как только люди перестают пить хорошую воду, они начинают болеть. Это сразу сказывается на всем организме. Сейчас люди вкладывают свои деньги куда угодно, в чистку машины, в уход за собой, там делают дорогие стрижки, но при этом волосы плохие, что питания нету. Делают химчистки машин дорогущие, тратятся на какие-то безделушки. Но при этом они не думают о том, что надо накормить свои клеточки, напоить. В первую очередь надо вложиться в себя. Потому что обезвоживание, интоксикация, отсутствие необходимых макро- и микроэлементов, именно это дает 99% всех диагнозов. Именно это. Поэтому никакой внешней красотой ты внутреннее не замажешь. Если ты болеешь, ты болеешь. И даже самые дорогие украшения тебя не украсят. Итак, есть идея построить бизнес на 8-миллиардном пространстве. Что у нас для этого есть? То есть концепцию здоровья мы услышали. Теперь поговорим про бизнес. Что у нас для этого есть? Первое. У нас есть коралловый клуб. На сегодняшний день это уже большая международная компания, международный холдинг, клуб здорового питания. С репутацией 20 лет на рынке. Компания занимается своими продвижением своего продукта через сеть своих магазинов. Продукт производится в 8 странах, передовых странах, таких как Япония, Германия, Америка. Более 150 наименований продукта. И компания может доставить этот продукт в 189 стран мира, то есть глобально. Вот посмотрите, какие цифры. 20 лет на рынке прекрасной репутации, 8 передовых стран мира, 150 наименований продуктов. Доставка в 189 стран мира. Что это значит? Это значит, что это практически международный бизнес можно получить за какие-то смешные копейки. Уникальный вариант. Расскажу о 4 основных направлениях компании. Первое направление – это вода, H2O, как мы говорили. Коралловый клуб первым занял нишу на рынке воды. Вода высшего качества. А пользоваться ей легко и просто. Вот посмотрите, она в таких пакетиках. Это вода. Значит, мы открываем упаковочку. Здесь у нас
такие маленькие пакетики, которые мы бросаем в бутылку с водой. Вот можете увидеть, у меня здесь плавают уже эти пакетики, которые я постоянно пью. И именно эти пакетики трансформируют воду. Они ее модифицируют, изменяют, делают здоровой и уникальной. И именно эта вода помогает нам держать здоровье. Очень удобно брать везде с собой, везде возить, везде носить. То есть для путешествий просто незаменимо. Положил в женскую сумочку, в ресторанчике взял себе, бросил в стаканчик с водой, у тебя прекрасная вода. То есть очень удобно. И эффект от этого продукта я вам уже объясняла. Я в него просто влюбилась. Следующее направление компании — это у нас детокс. То есть, как я вам сказала, что надо очищать, обязательно надо очищать наш организм. На сегодняшний день компания имеет уникальные продукты по детоксу и является лидером в этом направлении. Есть такой продукт у компании Coral Detox, который помогает мягко выводить токсины каждый день. То есть буквально через пару недель после начала приема этого продукта человек уже может видеть результаты. Уходят круги под глазами, начинает высыпаться, подтягивается кожа на лице, становится более упругой. И люди просто со стороны начинают спрашивать: о, что с тобой случилось, ты так хорошо выглядишь, что ты делаешь? И вот можно легко делиться своими результатами. Третье направление компании — это БАДы. Это вот как раз наше питание для наших рыбок клеточек. БАДы — это все, это витамины, это минералы, макро- и микроэлементы. То есть это вот такой спецкорм для нашего тела аквариума. И четвертое направление в компании — это анти-эйдж. Анти-эйдж — именно это сейчас самое популярное и самое модное направление. Что это значит? Анти-эйдж — это антиоксиданты, которые возвращают человеку молодость, здоровье и энергию. У компании также есть уникальнейшие антиоксиданты. Вот мой любимый H500. Просто продукт, от которого все приходят в восторг. Я сама его обожаю, и все, кому я рекомендовала, тоже этот продукт любят и принимают уже на постоянно. Итак, подведем итог. Компания у нас на рынке больше 20 лет. За это время сотни тысяч людей по всему миру улучшили здоровье. Есть восхитительные результаты по здоровью. Люди начинают молодеть, избавляться от лишнего веса, уходят хронические заболевания. И причем для этого не нужен большой срок. Это можно видеть буквально быстро. За 3 месяца, 90 дней, и вы получаете результат. Есть документальные исследования на все. Есть канал в YouTube. То есть вы можете увидеть реальные результаты реальных людей. Все это записано, подтверждено. Но самое главное, у компании есть такой уникальный результат. Вот за 20 лет существования компании более 27 тысяч семей, которые нашей официальной медицины были признаны официально бесплодными, и врачи им сказали, что детей у них никогда больше не будет, они родили здоровых детей. Вот их даже называют коралловые дети, потому что именно после использования продуктов компании Коралловый Клаб эти люди смогли получить такое чудо — создать детей на земле. То есть они, скажем так, сломали все стандарты медицины. И это не одна и не две семьи, то есть а 27 тысяч семей. Это вообще уникальный показатель, который я узнала, который просто меня поразил. Значит, следующее. Еще раз о компании. Компания зарегистрирована в 40 странах мира. Официально в 40 странах мира. То есть это значит, что есть везде сертификации, официальные права, официальный язык. Все это есть. 40 стран мира. Всего 350 эко-магазинов компании, как на просторах интернета, так и вне интернета. И возможность доставки 189 стран мира, я уже это говорила. То есть вообще уникальный вариант, уникальный бизнес.
То есть на сегодняшний момент это уникальная возможность иметь готовый международный бизнес. Есть компания, есть потребитель. Потребитель есть, был и будет всегда. Почему? Потому что здоровье – это та драгоценность, которую люди ищут и будут платить за нее всегда и везде. Учитывая, что за последние 20 лет рынок питания значительно ухудшился, качество продуктов стало просто отвратительным, катастрофически ухудшилось, то потребителей с каждым годом будет расти и будет становиться только больше и больше. Давай посмотрим на примере, разберем схему. То есть основное я тебе рассказала, давай поговорим теперь вот конкретно о бизнесе. Есть я предприниматель, сразу поставь себя на мое место, чтобы тебе было это более понятно. Мне никогда не было интересно купить дешевле на 20% и продать дороже на 20%. Я не занимаюсь продажами, я не занимаюсь торговлей. Я не занимаюсь уговорами клиентов по одной простой причине. У меня есть самый потребляемый продукт в мире – вода. Я давно слышала фразу, что люди, которые занимаются водой, никогда бедными не будут. И в принципе так и происходит. В чем заключается моя задача? Моя задача заключается в том, чтобы я показала потребителю уникальность и ценность этого продукта. И показала это ему один раз. Вот берем мы потребителя. Я нахожу потребителя, и один раз я ему рассказываю, объясняю о ценности и уникальности этого продукта. Потом я его напрямую соединяю с компанией. Регистрирую его, делаю ему дискаунтную карту и напрямую соединяю с компанией. Все. Моя задача выполнена. И теперь с этого момента, как я зарегистрировала его, человек сам покупает продукты в коралловом клубе. Когда ему надо, когда удобно, он просто сам заходит на веб-сайт или на склады и сам покупает все, что он захочет. А компания платит мне деньги с товарооборота. То есть сколько человек всю свою оставшуюся жизнь после моей регистрации. Он пользуется продуктом, сколько он пользуется, столько компания мне платит процент от товарооборота. Легко и просто. То есть вот то, что я говорила раньше. Один раз ты сделал, и это уже идет на всю жизнь. Давай рассмотрим это на примере. Например, ко мне приходит Света. Света понимает ценность продуктов, ценность здоровья. Вот сюда мы, Света у нас потребитель. И я с удовольствием делаю Свете карту скидок, регистрирую ее в магазине, объясняю, как зайти на веб-сайт, как покупать со скидкой 20%. Свете это очень нравится, она соглашается, для нее это очень удобно. Правда? Правда. Моя задача, чтобы Света, потребляя этот продукт, получила результат по продукту в кратчайший срок для нее. То есть я ей рекомендую, какие продукты потреблять, как лучше пользоваться. Я ее завожу в систему чатов, обеспечиваю информацией, которая ей полезна, чтобы Света как можно лучше и эффективнее потребляла продукт. Света потребляет продукт. В течение буквально 3 месяцев, кто-то намного раньше, она получает результат, и люди, она в восторге и начинает с удовольствием делиться со знакомыми, с друзьями своим результатом. И также опять Света, люди спрашивают, что ты, как ты, где ты, и они тоже хотят. И вот, пожалуйста, Света получила результат, ее знакомые увидели ее результат и начинают спрашивать, Света делится, и опять же напрямую соединяет их с компанией. И опять же, я получаю с этого прибыль. То есть, сколько бы Света не подсоединила людей в компании, не поделилась с ними, я всегда буду получать прибыль. И вот это как раз самая такая фишечка, которая мне очень нравится. Соответственно,
мой товарооборот растет, прибыль моя растет, а довольный клиент создает бесплатную рекламу, создает товарооборот на базе своих знакомых, родных, близких, что в принципе и произошло со мной. Я получила результат, влюбилась в продукт, стала довольна, и мои знакомые стали меня спрашивать про это, я с удовольствием стала делиться и создала свой первый товарооборот. Какую выгоду я имею как предприниматель? Первое. Я не вкладываю сюда никаких денег. То есть я начинаю бизнес практически с нулем. Мне не надо вкладывать деньги в товар. Я просто пользуюсь продуктом. Я продукт своего продукта. Я берегу свое здоровье, правильно питаюсь, слежу за собой, выгляжу прекрасно, становлюсь моложе, и все это еще приносит мне деньги. То есть это вообще просто уникальный вариант. Самое яркое вот для меня, когда я стала пользоваться продуктом, я в принципе до этого тоже правильно питалась и лишнего веса не было, но меня всегда поражало, я правильно питалась хорошими дорогими продуктами, но я все время была вялая, я всегда была вареная, у меня сил не было, я всегда была усталая. И я думала, господи, ну почему же, почему? Вот вроде все правильно, все хорошо, энергии совершенно нету. И вот здесь, когда я стала пить эту воду, когда я стала пить H500, я получила уникальный вариант. У меня открылись глаза, я проснулась, у меня появилась энергия, появились силы. Я просто стала такая, как, ну не знаю, как в молодости, как 20-летняя. Меня это просто поразило. И вот это меня вдохновило. Ну, конечно, у меня еще и других там результатов много, но вот эта мощная энергия, я себя просто почувствовала живой, наконец-то, живой, молодой, здоровой. И я вот искренне влюбилась в продукт и стала его рекомендовать. Также в этом бизнесе что? Какие еще плюсы для меня? Первое, я не занимаюсь логистикой, я не занимаюсь сертификацией, я не имею никакого отношения к налогам. Именно поэтому я легко могу вынести бизнес в любую страну мира. Для меня нет границ, я могу соединяться где угодно. Мне не надо вести бухгалтерию, заморачиваться. У меня на сайте компании есть личный кабинет, и в этом личном кабинете есть бэк-офис, в который в любой момент я могу заглянуть и могу увидеть всю бухгалтерию моего бизнеса, то есть легко контролировать. Я могу отдыхать где угодно, быть где угодно, идти, ехать в машине, где угодно. Бизнес всегда со мной, на ладони. Мне для этого нужен просто мой телефон мобильный. Я всегда могу все сделать в нем. Легко, доступно, просто. Это просто гениально. И самое главное, не надо ни таскаться ни с каким продуктом. Не надо заморачиваться о сроках его, там, где его хранить, о сроках хранения. Все, за всем этим следит компания. Просто компания это, конечно, уникальная. Итак, есть идея, есть модель бизнеса, есть преимущества. Давай теперь поговорим о деньгах. Я хочу показать тебе, как здесь можно заработать. Вот смотри, есть я, да? Я предприниматель. Я в одиночку миллионные товарообороты создать не смогу. Если говорить о больших целях, то мне нужны большие партнеры. Я еще не видела никого, кто бы в одиночку создал себе миллиарды, миллионы там и так далее. Это всегда какая-то команда, это всегда какие-то помощники. Один в поле не воин. Поэтому я четко понимаю, что мне нужны партнеры. У меня большие цели, мне нужны партнеры. Теперь представь. Я научила тебя зарабатывать деньги и создавать товарооборот. Да? Вот ты у меня здесь, потребитель. Я тебя научила зарабатывать деньги и создавать товарооборот. Тебе это выгодно? Да, выгодно. И мне это выгодно. Почему? Потому что я успешна в том бизнесе, в этом бизнесе только тогда, когда успешны мои люди. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь передачей франчайз знаний между частными лицами. Это как сегодня купить франчайз Макдональдс за миллион долларов, а затем ее отбивать много лет подряд. Мне здесь этого делать не надо. Мне здесь надо создать франчайз из людей, передать им знания компании
и у меня будет сетевой бизнес из людей. Давай я покажу тебе на примере. Давай вот возьмем, допустим, доход 10 тысяч долларов в месяц. Тебе интересно 10 тысяч долларов в месяц дохода? Интересно. И мне интересно. Прекрасный доход. Такой доход получится с товарооборота 100 тысяч долларов. Потому что компания платит 10%. То есть надо 100 тысяч долларов, чтобы получить доход в 10 тысяч. Как в любом бизнесе, я получаю 10% от товарооборота. Это ясно и четко, это реальные цифры. Только здесь что получается? У меня довольный потребитель, здоровый, энергичный, с радостью пользуется продуктом. Мой товарооборот растет, компания щедро делится со мной бонусами. Такая система взаимоотношений называется win-win, выигрыш-выигрыш. Именно за этой системой будущее. Эта система завоевывает весь мир. Чтобы мне создать такой товарооборот, вот 100 тысяч долларов товарооборота, мне надо 1000 человек. Вот если 1000 человек в месяц будут тратить на свое здоровье 100 долларов, 100 долларов, то я как раз получу такой товарооборот 100 тысяч долларов в месяц. Что такое 100 долларов? Что такое 100 долларов в месяц? Это, вот смешно говорить, 3 доллара в день. Хорошая чашка кофе стоит намного дороже. То есть это вот настолько реальные цифры, что 3 доллара в день люди легко на себя потратят. Даже спрашивать нечего, это не те цифры. То есть мне надо найти 1000 человек, которые будут легко тратить 3 доллара в день на свое здоровье. Вот это реально? Да это более чем реально. Вот о таких цифрах даже говорить смешно. Допустим, мне самой искать 1000 человек долго, скучно, нудно, да? И неинтересно. Команды это можно сделать намного быстрее. Вот 5 человек мне найти реально, реально, правда? 5 человек все могут найти знакомые через знакомых и так далее. То есть 5 человек мне надо для моей команды первоначальной. Так? Это очень реально. Смотрите, некоторые люди открывают сеть заправок, сеть магазинов, сеть ресторанов. Моя задача открыть сеть частных лиц, обучить их, помочь им и сделать с ним, помочь им сделать то же самое, что сделала я. То есть рассказать им эту систему и научить, как пользоваться. Вот я нахожу таких 5 человек. Я им объяснила, рассказала, обучила. И эти люди еще нашли 5 человек. То есть 5 на 5 у нас уже 25. Так? Это дали нам люди, которых они нашли, плюс сами они, да? И у нас получается, плюс я, да, получается еще 6 человек, это получается у нас плюс 6, да, у нас получается еще 31 человек. Вот это уже 31 человек команда. Мы делим 1000 человек. Мы делим на 31, и у нас получается 33 семьи. 33 семьи, которые будут покупать ежемесячно на 100 долларов. Но это же более чем реально. Они будут покупать намного больше. То есть 100 долларов на семью в месяц, это даже не о чем говорить. Как правило, это всегда намного больше. Но я просто тебе говорю, вот по минимуму, который вот самый минимум, чтобы ты просто увидела, какая это реальность. То есть вот 33 семьи по 100 долларов в месяц, они создают товарооборот в 100 тысяч долларов ежемесячно. Реально? Да более чем реально. Тут даже говорить не о чем. Почему я тебе рассказываю это? В одиночку бизнес
на этом пространстве я не построю. Мне нужны партнеры для масштабирования. У меня большие цели. Я хочу добиться больших масштабов, поэтому я ищу партнеров. Я еще не знаю ни одного человека в мире, который стал бы успешным в одиночку. Я уже это говорила. Поэтому, если ты найдешь себя в этом теме, в этой теме, то мы сделаем следующее. Мы сделаем вместе, мы станем партнерами. Теперь смотри, какие выгоды для тебя. Давайте я покажу твои выгоды. Первое. Ты можешь быть потребителем, пользоваться продуктом. Что ты с этого будешь иметь? Ты будешь иметь хорошее самочувствие, прекрасное здоровье, избавишься от болячек и сможешь пользоваться продукцией со скидкой 20%. Неважно, как ты себя чувствуешь, вода тебе нужна всегда, хорошая вода в любом случае. И все это ты будешь иметь со скидкой 20%. То есть просто ты можешь быть потребителем. Использовать это выгодно для себя и для своего здоровья. Самые выгодные вложения – это в себя. Это прекрасная возможность, но у нас есть вторая возможность. Это возможность дополнительного дохода. Ты можешь легко зарабатывать дополнительно от 300 до 500 долларов ежемесячно. То есть твоя продукция будет тебе бесплатная, и у тебя еще будет доход, достаток. То есть такой вариант тоже актуален. И он мне вот сразу очень понравился. Вот первое, значит, ты просто для себя. Для себя 20%. Второй вариант, ты уже зарабатываешь денежки, тебе продукция обходится бесплатно, и плюс еще получается доход. Третий вариант, твоя выгода может быть следующая. Легко за 3-5 лет, не сильно напрягаясь от случая к случаю, ты можешь сделать себе хороший доход от 10-15 тысяч долларов ежемесячно. Просто легко. Вот за 5 лет это уже настолько сделать реально, вот просто для самых таких ленивых и неповоротливых. Все это можно сделать гораздо быстрее. Поэтому тебе это интересно? На что ты готова сейчас? То есть тебе этот бизнес интересен? Окей. Хорошо. Значит, смотри. Этот бизнес основан на двух столбах. Вот коралловый клуб бизнес основан на двух столбах. Первое. Ты должна сама потреблять продукт. Для чего это? Потому что когда ты потребляешь продукт, ты здоровая, энергичная, ты знаешь все о продукте, и ты легко можешь отвергнуть все возражения, которые говорят люди. То есть ты сама продукт своего продукта. И могу сказать честно, чем больше я его потребляю, тем больше он мне нравится, тем больше вдохновляет, потому что результаты, которые я получаю, они стоят дорогого. Второе. Второе – это события. В компании регулярно проходят онлайн, офлайн, регулярные какие-то события, мероприятия. И это делается для того, чтобы ты получала новые знания, чтобы ты общалась с реальными людьми, слышала их реальные истории, увидела их реальный опыт. И вот это действительно вдохновляет. Вот следующее событие у нас в ближайший понедельник. Поэтому твое присутствие на таких мероприятиях просто обязательно. То есть сама потребляешь продукт и участвуешь в мероприятиях компании. Я тебе скажу честно, что именно вот после такого события, после бизнес-интенсива, когда я посмотрела на этих красивых людей, услышала их истории, я просто вдохновилась, я просто не могла поверить, что это действительно такое может быть. Люди рассказывали просто уникальные вещи. И вот меня прям это вообще вдохновило и поразило, и дало мне такой толчок. То есть я даже вот после такого бизнес-интенсива у меня прям возникла такая вдохновение, что я даже себе поняла, что моя миссия
это следующее: чистую и полезную воду в каждую семью. То есть я прям считаю своей миссией донести до каждого человека, насколько полезна вода этой компании. Поэтому вот два основных столпа: потребляешь сама, участвуешь в мероприятиях. То есть это основной двигатель. Следующее. Когда ты готова начать? Хорошо. Послушай, первое. Для того, чтобы начать, нам надо определиться с продуктом. Ты должна понять, какую сумму ты готова потратить на себя. С какой суммы тебе комфортно начать? $50, $100, $150, $200, $300. Что ты готова потратить на себя? На себя, на свое здоровье. Угу. Хорошо. Подумай и смотри, как мы с тобой сделаем. Сейчас я тебе оформлю дискаунтный номер в компании, я тебя зарегистрирую. Это тебя абсолютно ни к чему не обязывает и ничего тебе не будет стоить. Вот. Ты уже, у тебя будет свой кабинет, я тебе его создам. Я тебе помогу пройти по сайту, объясню, где, что и как. Я тебе дам видеоматериалы, я тебе пришлю на телефончик, чтобы ты посмотрела. То есть это вот такое у тебя домашнее задание. Когда будешь смотреть, какие вопросы у тебя возникнут, то ты, пожалуйста, запиши. Я отвечу на любые твои вопросы и как бы отвечу на любые твои вопросы, чтобы у тебя и порекомендую, какой продукт для тебя лучше, чтобы ты как бы быстрее и успешнее добилась результата. То есть все делается очень грамотно, никто не впихивает тебе никакие продукты, а именно дают то, что надо для тебя, то, что полезно и то, что будет с тобой работать на твою пользу. То есть вот мы с этим определимся. И тогда давай до завтра. Завтра мы с тобой встречаемся в это же время. Тебе удобно? Удобно. Прекрасно. Хорошо. Встречаемся в это же время. И тогда уже делаем с тобой закупку продуктов, то, что тебе подходит. И как бы двигаемся в добрый путь. Будем идти по стопам. И мне будет очень приятно тебя видеть своим партнером. Давай, до завтра. Всех благ. Пока.